Одна с хлоркой не тянет. Вот, наверху соседи, 48-я. Наверху 48-я. И вот эта квартира, 43-я. Чем травят? С вами разговаривали? Что вы через... Со мной. Потому что вы можете... Потому что было такое. Здравствуйте. Потому что было, что... С вами разговаривал. Извините, полиция стреляла в меня лично. Что? Сох, вам нужен. Положить, да. Потому что настраивают. Не дают. Преступники. Какие? Организованные. Что там крот? Шесть заявлений лежит в полиции. Знаете? Ленка, не ври. Пошли вы вон, поняли? Значит, чем травят? Значит, травят составными отравляющими веществами. Какими? Составными. Он погиб. Это погиб. В суд подадим. Давай, замолчи. Костян, замолчи. Иди отсюда. Что на вас одето? Что на мне одето? Да. Защитный костюм. Кого вы боитесь в своей квартире? В своей квартире? Да, или это отравляющие, нет? Это моя квартира. Отравляющие вещества. И вас в том числе. И вы тоже в защитном костюме? Чего вы маму не одели в защитный костюм? Потому что еще не получается. Вот это промах, конечно. А вот чего вы грубите мне такие? Я грублю, да. Я услышали в моей есть фразе. И я слышу. Где? Значит, весь подъезд это активисты, которые преследуют нас. Знаете, такие, как есть группы гражданские? Может, весь подъезд преследует. Может. Не, может. Чего вы одеты так в квартире ходите? Сейчас лето, жарко. Я вас встретил в таком виде. И хочу. А что? Я не имею права. Это просто. Ну, это мой вопрос. Сейчас жарко на улице. Ну и что? Жарко на улице, а на меня брызгают отравляющие вещества. И на меня. Я вам сейчас покажу даже. Не надо. Да, фосфорорганический. А то что? Это вообще-то не ваша собственность. И не ваша информация. Квартиру не проникал. Вы не имеете права. Я свободно смог получить. Не можете. Если бы она была в квартире, не вопрос. Вы не можете сейчас и вслух это говорить. Вы не имеете права. Почему? Как работник полиции. Потому что это частная информация. Вы знаете, что мы имеем. Вы состоите на учете? Я не состою. Я не состою. Значит, ничего у меня нет. Я нормальный человек, адекватный, здоровый, да, и знаю прекрасно. Смотрите, тогда я тоже вам здоровый человек, я говорю, что никакими отравляющими. А я еще раз говорю, да что вы говорите? А когда мне наливают, у меня сразу начинается аритмия и сразу начинается бронхоспазм, да? Это что? Что наливают? Своему врачу. Я еще раз говорю. Какому врачу? Я прекрасно. Участковому врачу, если вам плохо. Я прекрасно знаю, какие симптомы вызывают эти отравляющие вещества. Это вообще. Вы говорите, что сейчас можно ложный вызов составить. Подождите, для начала. Я, значит, говорю, мы вас не вызывали. Мы звонили по следственно-оперативным. Ответ по нашим следственным, по нашим заявлениям. Напишите заявление. Кто вас прислал? Да какая разница? Какая разница? Вот на него и пишите. Не вот и на для него начала и пишите. Смотрите, вы сказали, у вас травят газом. Вас, правильно? Да. Отравляющими газами. Нету. Ничего нет. А вы знаете... Это ж не печной. ВИ-газы. Ты знаешь, что это? Нет. Не знаешь? Вот этими ВИ-газами настраивают. Это жидкости. Это жидкости отравляющие. Называются они газы. Где эти жидкости? Где эти жидкости? Он на окна брызгает. Где на окна у вас брызгает? Вон там. Кто вот брызгает? Кто брызгает? Проезжающие автомобили, специально оснащенные. Ну, вы все знаете. Вот вы... Специалисты всегда. Всегда. Вот вы такие безграмотные. А мы нас должны вас научить. А вы выслушиваете, если, вам, если да. У вас такая задача. Вы если услышали. Вы нас не услышали. Знаете, потом объясняю, какие газы. А двух, как можно двух компонентов. От этих газов? Скажите нам, не осведомленно. Предохраниться да. Можно? Как? Можно. Хорошо. Можно завесить или что нам сделать? Я тогда приду домой, сегодня так же сделаю. Почему только вас нас, травят? Почему только нас да. Травят? Потому что кто-то где-то хочет нашу квартиру отобрать. Потому что за мной вот эти наемные убийцы с баллончиками, и не только с баллончиками, бегают и брызгают. И вы знаете... Как это все делается? А я выхожу тоже. Вся спина, ноги. И я не состою, да, на учете. После таких слов? После таких слов, да. Потому что есть группы. А кому вы нужны со своими? Зачем? Кому вы нужны? Какую вы опасность для общества создаете? Я еще раз говорю, мы не опасность создаем. Кому вы нужны? Вот кому нужны? Человек, кому это вы нужны? Кому нужно жилье его?
Значит, а кому надо ваша квартира? Значит, давайте так. Многих обстреляют. Мне нужны следственные мероприятия. Мне нужны экспертизы проводить веществ, которые мне на окна брызгают, да, которые у меня есть. Заниматься. Да. Да. Никто не будет. Не будет заниматься, да? Да. Это почему это? Да потому это. Это потому что произвол. А, потому что нет. Потому что у вас нет ничего. Кто придумал? На каком основании вы полицейский имеете право это говорить, что я придумал? До свидания. Нет, подождите, подождите, еще раз. А лучше не надо. А мы на 102 не звонили. Мы звонили в дежурную часть, а не на 102. Да, потому что она брызгает отравляющее вещество. Это у меня тоже есть отравляющие вещества. Да мы знаем. Да я как. Знаю, что есть у вас. А это все вранье. Так что, мы с вами уже побеседовали, теперь с соседями. А с соседями вы не должны разговаривать. Давайте вы не будете говорить, что мне делать. Я вызывала. Да, я вызывала. Да, вот она вызывала. Да. Ее травят. Сердце такое, что надо полежать. Они не дают возможности. И дышать не дают. Дышать нечем. Все, нет. Мы сейчас теперь соседей послушаем, закрывайте. Ага. А соседей не нужно слушать. Соседи – это группа, которая нас преследует. Вот это вот Ира. Это тоже маленькие, тоже. Нет. Вот она нападала на меня 21 июня, нападала на меня втроем с мужчинами. Ирина. Закройте дверь. Совершила разбойное нападение, да, а с ограблением. Смотри, с ограблением. Видишь, что это говорит? Я вижу. Знаешь, закрывайте. Вот дверь. Это вот заявление закрывайте. Лежит в полиции. А что вы грозите? Мы вас вызвали, как я помочь вас нам. Я прошу вас помочь мне. Лежит в полиции. Дайте с соседями поговорить. О нападении на меня. А ничего, ничего полиция не сделает. Я все услышал. Закрывайте дверь, теперь мы с соседями. Какие ваши действия? Мы с соседями поговорим. Это преступница, которая совершила на меня. Услышали? Дверь, да. Не надо поднимать панику. Поэтому не, нет, надо, не надо слушать преступников, которые нас оговаривают. Если нас убивают, значит это паника. Надо. Надо. И, потому а что, потому что убивали. Кто ты такой, дядя, чтобы уж не рассказывать, что я такой? Да. Что надо, слышишь? Ты не охерел. А что ты на меня так? Что ты мне говоришь, что я буду делать? Кто ты такой вообще? Что ты будешь рассказывать, что я буду делать? Ты работник полиции, получается. Должен вести себя. Должен но не ты, и понял, будешь мне обязать, что я буду делать. Закрой дверь в квартире, сиди, Михаил. Хорошо, 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 я разговор твой выложу. Можешь позвонить еще на 102. Я президенту твой разговор выложу. Вылажу. Нас убивают, а вы не хотите слушать даже. Да дверь вы закроете. Это у вас крыша. Все нормально. Вот уже ложь, слушайте полную. Полную ложь. Я работал начальником службы качества, который проверял качество продукции и проверял химические анализы, но не в лаборатории. А качество я проверял, запомним. Это разница большая. Хорошо, а ложь не слушайте никогда. Ладно, все, давайте мы вас услышим. Представьтесь, работники полиции, представьтесь. Вот группа приедет, представьтесь. Представьтесь. А что группа приедет? Вы скажите. Группа приедет. Вы были? Скажите. Полиция приехала. Здравствуйте. Вот смотрите. Нюхайте мою дверь. Что делает вот эта вот женщина? А то, что ты химик. Никакую химию. Да. Вот ароматически. Вы слышите? Это, вот это она все. Посмотрите, вот она мне квартиру налила. Вот. Химию. Вот это. Какую химию? Вот она мне химию. Слышите, вот этот запах? Я не могу. Вот вся дверь, она мне всю дверь. Какую химию? Мама там тоже такая же, как и у меня. Мама нормально, мы дышать не можем из-за этой дряни. Вы слышите? А я значит, химию, все. Ну, недалеко. Ну вот, так что. Весь подъезд не это она сделала. А водой, конечно, я. А куда? Мне надо как-то эту химию убирать. А что с мамой? Ну, а химию наделывает. Ну, а что, ну, можешь, это сама химию какую-то. Ну, а что это выходите. Это лимонный сок. Зачем? Вот представьте. Чтоб нейтрализовывать запах. Вот какой лимонный сок? Лимонный сок. Да, конечно. Химия слышно, аж Бог знает где. Какая химия? Вот химия. Идите не сюда. Нейтрализовать.
сдавать вот это все. Это хулиганские действия, понимаете, я задыхаюсь, хулиганки. Мама задыхается. А вы куда-то идете, да? А ты не хулиганишь, я Дима? Я вас встречаю. Ты? Я ты не хулиганю. Я не могу дышать, я химию не разливаю. А что ты делаешь? Я нейтрализовываю. Какой пол? Какой пол? Зачем ты меня травишь вот этими ароматическими неизвестными веществами? А вы тогда не травите нас. А вам. Я вас не травлю. Химию льешь. Я вас не травлю. Никакую химию я не лью. Вот смотрите, как она делает. Правильно. Вот. И соседи уже, понимаете, вот этот запах, вот этот химии. Какой химии запах? Вот это твоей химии запах. Сейчас дышать невозможно. Я не могу дышать, понимаете? У меня боль в печени, горечь во рту. Все внутри болит. Желудок болит. Я не знаю. Вы это делаете. Вы мне вот дверь. Конечно. Нам больше делать нечего. Это я вызывал по этому поводу все вызовы. Вот смотрите. Вот смотрите, как она это делает. Вот смотри, идите сюда. Я заявление по поводу хулиганских действий. Это каждый день по два раза она меня душит вот этой дрянью. Надя, вы же сами заболеете, что ж вы делаете? Так это вы что делаете? Это вы делаете. Вот она брызгает, вот смотрите. Что я видел? Так это же не только одну. Чего вы резину сломали? Ну потому что если выходить, куда здесь? Вот вы видите, она мне заливает 2-3 раза в день вот это вот, и дышать мне нечем, понимаете? Ну так ты не брызгай. Я нейтрализую, я не брызгаю, я свою дверь вытер, а твоя мама выбегает, сразу наливает туда и опять мне на дверь брызгает. Я сегодня лично с ребенком выходила, я имею право. Действительно. Я имею, вот смотрите. Все было мокро. Вот еще. Вот смотрите. Нет, вот смотрите. Вот посмотрите сейчас секунду. Посмотрите, как она делает. Мы видели все, сейчас будем принимать меры. Мне не меры, мне нужно хулиган. Зачем? Нет. Нет? Нет, а зачем? Ну, с какой целью, скажите, пожалуйста. Может, у вас там везде все залито, зафиксируйте. А, нет, вот зафиксируйте, вот. Порог весь за. Вот сюда, она берет веник, мне на. Вот, видите, сюда. И вот так вот прям. И на двери вот сюда. Окна? Окна нам обрызгивают с улицы. Какие-то организованные преступники. Ну, они связаны с ними, но. Вы лично видели эти организованные. Я лично видел, они на автомобилях ездят. Автомобилях ездят, да именно ваши окна. И именно наши окна, да. Зачем вы им нужны? Видите ли, у меня здесь, в квартире, есть еще две доли чужие. И жена, которая это все, я думаю, это от ее идет организация. Понимаете, с преступной группировкой какой-то. А я говорю, что нет, у меня с женой развод, у меня две доли с мамой здесь в квартире и две доли у жены с дочерью. А чья квартира вообще? Квартира вообще-то мамина. То, что уже но в приватизации? Ну, давайте. Давайте. Я серьезно говорю. Она судила со мной. По еще... поводу того, что вы зальете. Я лью? Да. Это она льет, соседка. Так она вымывает вашу химию. Какую химию мою? Простую. Какую химию? Крот. Я обрабатываю. Крот. Какой крот? Я кротом так вообще... Вот, крот. Где, покажите, здесь крот? Вот крот. Где крот? Вот. Где крот? Вот. Где крот? Да вот. А вы знаете, что такое крот? Великолепно. Он оставляет белые следы корку. Да? Да. Так поэтому она его промывает. Да что вы говорите, оно не промоется. Да, я думаю, промоется. А вы мне не грубите. Вы, давайте вызывайте специалиста. Вызывайте, нет, вы не специалист. Экспертов. Эксперта вызывайте. Эксперта вызывайте. Эксперт в уголовном производстве.